Привет нашим зрителям! Спасибо, что с нами. Печальная новость пришла 11 июля 2022 года. На 92-м году жизни не стало Юрия Мажуга, украинского актера театра, кино и телевидения. Более 60 ролей на счету артиста. В числе его работ «Рожденные бурей», «Город зажигает огни», «Катя Катюша», «Рожденная революцией», «Странная женщина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Святое семейство» и много других. В 1981 году артист был удостоен звания народного артиста. Соболезнуем родным и близким. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.